И всем здорово, это самый быстрый гайд по World of Warcraft. Как вы видите, давно роликов не было, аж 3-2 года назад, из-за того, что я немножко задизморалился, аж 275 дизлайков. Ублюдки, уроды, не понимают, блять, как играть. Написал мне чел, Костян Про, спасибо за комментарий 5 месяцев назад, я увидел его только сейчас. Го, гибрид, ДК в 3 спека. Окей, начинаем. Как вы видите, я подготовил уже персонажа, ДК в 3 спека, как меня и просили, назвал его Соси-сосок. Как вы знаете, в 2020 году в World of Warcraft Wolf Circle, теперь, короче, можно отправлять почту Орды и нанимать ассасинов Орды. Так, отправляем почты. Знаю одного ассасина, он знаменит очень был на X10. Убийца бабы. Бабы. Тема. Зашифрованное главное было что-то. 8908 0. Сумма. Не знаю, сколько он просит, но то явно 50 тысяч золотых. Мы зарубились с челиком. С воином. Он просто еще не ожидает, что его ждет кара, блять, от двух разбойников. И потом в конце я вам покажу супер фичу. Вы вообще охуеете. Мой главным козырем будет вот эта кнопка. Она вроде бы ничего не делает, но вы охуеете, я вам уверяю. Мой айтем билд. Вот это! Жуткие латные рукавицы гневного гладиатора. Тесок гневного гладиатора. Жуткий латный шлем гневного гладиатора. Вот так это все должно быть выглядеть. Вот так вот, смотрите, скриньте, делайте. Если у вас что-то не так пойдет, то есть если у вас не будет хватать камня или какая-то недошмотка, все пойдет по пизде. Вот лед, вот так должен выглядеть. Кровь, нечестивость, обязательно вот эту хуйню качайте. И вот мы встретились, и сейчас будет заруба, и будет у нас суперспособность. Будет процентов 80 у него хп, и я вот эту кнопку нажму, и вы все сами увидите, и зрите, блядь, дуэль! Ну, начинаем атаку, блин, вдали, как снайпера! Хова! Лик смерти! Почему-то наш оппонент АФК стоит, но ничего страшного. Мы с ним побиземся в ближнем, он хочет сражаться как мужик, окей. И отбегаем! Я в звонку! Где же? Вот они, ассасины! Ебать! Ебать! Вот так вот! Побеждать все дуэли! Побеждать все дуэли! На X10 мне слишком легко стало! Видите, они испарились, взяли мои деньги и съебались! И выиграли мне дуэль! И я залетел на фан, чтобы убивать вот этих долбоебов! Всем спасибо за просмотр! Всем удачи! И всем пока! Колоб. Что он делает? Ну, после этой ситуации я бы, блядь, тоже так же нахуй сделал. Просто умер от стальноспины оклокамень, блядь. Ну и я нахуй то же самое. Мне больше на этом персонаже нахуй делать нечего. До свидания, всем пока. Да. И мы встретились с этим воином! Ебать, мы ассасины готовы уже! Отходим! Отходим! Ебать!